Привет, друзья мои! Как вы поживаете? Как настроение? На завтра готовлю мини-пиццу из лавашей, из кошар сыра и яйца. Ну, прежде всего, обжарила. Два лаваша обжариваю сейчас с двух сторон на горячей сковородке. Прожариваю. Сейчас вот буду выкладывать нарезанный тоненько сыр, он такой тягучий. Ну и одно яичко сейчас вобью. Накрою вторым слоем. Приятного аппетита! Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Извините, что не показала вам завтрак. Он был съеден за 5 минут. Так понравилось моему мужу завтрак, мои дорогие. И сегодня ко мне пришла муза, захотелось что-то мне испечь. Вы знаете, сейчас переключу камеру. Всем привет, мои дорогие. Вы, наверное, очень соскучились по мне. И я тоже скучала по вам. Решила я сегодня что-то приготовить сладенькое, потому что вечерами так хочется чай с сладким. Я не знаю, я могу целый день что-то не кушать, но на ночь нападает на меня жор. Я его заедаю вот сухофруктами, что я привезла нынче, конфетами моими, которые я привезла из Грузии. В общем, друзья мои, вот такие вот дела. Сегодня я буду на ужин готовить хамсу, которую купили в Юзбире. Кто-то мне спрашивает, вы курицу, говорит, на месяц. Друзья мои, я купила не только курицу, я купила и там ляжку. Мы же не только кушаем курицу, мясо, мы еще и салаты у нас в обильном количестве, такая тарелка, и какой-то гарнир. Вот я вчера не снимала, что кушала. У меня была гречка, я приготовила зеленый горошек. Вот, зеленый горошек, я приготовила фасоль. Сейчас покажу вам. Смотрите, какая красивая фасоль. Видите? К нему приготовила вкусный плов. Каждый день будем же кушать мясо, но оно не то. Я понимаю, что вы не понимаете, как мы питаемся, но когда, как только вы приедете в Мерсин, в Турцию, вы сразу поймете, что здесь невозможно кушать мясо, когда столько фруктов, овощей вкусных. Вот, мои дорогие, решила приготовить кекс. Покажу сейчас, что. Кекс мой, знаете, из чего? Ну, конечно, яйца, растительное масло. Не делаю ни по каким рецептам. Сама делаю. На глаз все. Здесь у меня одно яйцо. Видите, тут у меня дут, орехи грецкие. Все сюда положила, что собрала сейчас. Также изюм у меня. Растительное масло, полстакана, вот такого полстакана. Такой стакан манки я положила и такой стакан муки. Вот, муку я купила, вот это вот мне очень понравилось. Бугдай, озель. Так, и вот в такой форме я буду выпекать. Добавила туда разрыхлитель. Соду погасила с мацонью, с йогуртом. Что бы мне еще сюда положить? Можно варенье, но достаточно будет сладости. Стакан сахара у меня с двумя яйцом или с одним яйцом. Нет, два яйца я взбила, два яйца. Еще, друзья мои, что я сюда положила? Как вы думаете, достаточно? Мне кажется, достаточно, оно будет так пропекаться. Я вот последний раз, помните, показывала, что я вместо 3 столовых ложек муки положила 3 стакана. И моему мужу как понравилось. Он говорит, сделай так, приготовь такую, как раньше. Ну вот, видите как. Иногда угодишь ему, иногда нет. Вот такой вот у нас будет
кексик получится. Завтра у нас праздник, День Республики, поэтому я сейчас вытащила и повесила свой флажок. У всех на балконах висят флаги. Будет очень, наверное, какая-то интересная программа. Мы завтра с девочками собираемся заниматься йогой, встречаться. Ну и так получилось, что и будет какой-то праздник. А там, смотрите, видите, где аквапарк, что-то собираются, кто-то сидит. Они кафе там открыли, непонятно. Ну, неважно. В общем, смотрите, везде висят флаги, повесили. Я полила цветы сегодня. Так оно у меня это расслабляет. Вот этих цветочек постоянно вот сыпятся. Вот такие вот дела. Эдера нет дома, он ушел по делам. Ну, а я пойду сейчас включу свой кекс и посмотрю. А, кстати, уже половина шестого. Время как летит. Ой-ой-ой-ой-ой. Решила я еще добавить полстакана муки. И заодно отвечу вам на вопрос, который вы прямо меня убили этим вопросом своим. То, что я показывала вам продукты, это, естественно, не на месяц. Там мы купили только 5 видов сыров, и это я имею в виду. Может, я неправильно выразилась, извините меня, пожалуйста, но как может хватить столько продуктов? Ну, могу сказать, что мы так много не кушаем. Мы и кушаем 2 раза в день. Завтрак, вечер. У нас фрукты вечером. Мы кушаем вот эти вот. Сейчас мне потянуло на сладости, на сухофрукты. Понимаете? Погода у нас, видите, в каком я виде, блузочку одела. Сейчас занимаюсь уборкой. Сегодня 3 часа переглаживала. Когда я вещи складываю на зиму и другие достаю, вы мне хорошо видите или нет? Когда я вещи достаю на зиму, то есть летние, да, укладываю осенние, зимние, вытаскиваю из своих этих из шкафов и из кровати, то я, естественно, их перестирываю, потом складываю, глажу и в глажном виде. Вот. Поэтому у меня и собралось только. Я постепенно, уже и вентиляторы перемыла вчера. Игрушки сейчас, наконец-то, которые были, лежали на балконе, только сейчас их перемыла. Надо сейчас их отнести, кстати. Ну, знаете что, у меня, у хозяйки, дела дома не заканчиваются. Но, естественно, мы со Шкымом ходим и гуляем. Сейчас решила эти брюки носить дома. Ну, а чего их хранить, не так ли? Сейчас покажу вам. Вот мои игрушки моих внуков. Я их перемыла. Естественно, в таком растворе мыльном. А потом уже в этом тазике полоскала. Сейчас они у меня стекут. Уже стекли, я их на балкон отнесу, чтобы сушились. Стирка у меня перестирана. Ой, вы видите, опять падает все. Чистота, порядок. Вот здесь вот разбираю. Сейчас буду открывать кровать и складывать. Видите, уже как 5:30 уже начинает темнеть, мои дорогие. Вот чем Светлана занимается. Не успеваю, столько много дел и планов. Ой, вот такие вот дела. Сегодня у меня такое видео рецептное, да, с утра, с вечера. Ну, а что делать? Не каждый день же я буду показывать прогулки на велосипеде, да? Что-то у меня поясницу схватило. Не знаю почему. Вот хожу раздета. Смотрите, какой у меня хороший получился кекс. Вот только что я его выключила. Там внутрь входит изюм, дуд, орехи грецкие. Ну, вот не знаю, нужно ли мне его сиропом. Хотя он сладкий там, но, в общем, пускай-то ходит. Дальше. Я приготовила сегодня салат из рокколы, чеснок в большом количестве, помидоры без кожицы нарезала и морковь. Моркови у нас много, надо кушать, витамины побольше. И чеснок, лук. Вот и все, пока у меня он не посолен, ни лимоном, ни потом я сбрызну. Здесь у меня хамса. Сегодня у нас будет
рыбный день. И посмотрите, что я еще приготовила. Суп со шпинатом с яйцом. Я люблю делать, как моя мама, по рецепту моей мамы. Мама щавель делает, щавельный борщ. А у меня вот такой зеленый картофель. Сделала зажарку, естественно, и потом все отварила. И в конце вбила одно яйцо. Вот думаю, сейчас картофель надо жарить или нет. Во-первых, по-моему, нам хватит. Сегодня у нас будет шикарный ужин. А я чуть-чуть посижу. Ой, друзья мои, мы после велосипедной прогулки не можем прийти в себя с мужем. Мы накатали с ним 30 километров туда и обратно. Во-первых, у меня поясницу, да, чувствуются все мышцы, да, и рук, потому что было постоянно в напряжении, и так трудно было назад возвращаться. И, ну, муж, смотрю, Эндер нормально себя чувствует, а на меня это, ой, поясницу сейчас обвязала, а то хожу раздетая. Уже все, друзья мои, приходит осень, но хотя у нас окна все открыты. Окна открыты, но вечерами уже нужно одеваться, да, по вечерам. И я прочитала так комментарии, вы меня спрашиваете, какие новости тогда в одном видео, там я на велосипеде каталась, когда мы брали это. Я вам не рассказала. Просто если я буду вам говорить о плохих новостях, то у вас настроение упадет, вы будете нервничать. Не все же можно говорить, хотя очень многие ждут плохих новостей. Вы знаете, что я заметила? Такую закономерность. Я видео ставлю на премьеру, допустим, назначаю какое-то определенное время. И оно должно начаться через 15 минут. И уже кто-то зашел из зрителей и поставил дизлайк. Боже мой, ну почему? Кто-то меня так не любит, хотя я никому ничего плохого не сделала в жизни. Но, видно, есть такие люди, я просто удивляюсь, да. Но Бог вам судья, ставьте дизлайки. Ну, смотрю, 12-13 дизлайков постоянно под видео. Вы меня продвигаете, спасибо вам большое, мои дорогие. Слава Богу, моя семья поправилась, причина была в этом. Очень сильно болела мама моя, я так переживала, думала, боже, ну как трудно, когда не можешь на расстоянии ничем помочь, кроме советом. Не прислушивается к моим советам она. Конечно, переживаешь, нервничаешь, вот и выскочила, да, на улицу. Ну, а завтра мы, дай Бог, чтобы у меня все было хорошо, моя поясница пришла в себя, и я завтра встречусь с девочками, да. У нас еще завтра будет праздник, наверное, будет очень тоже интересная программа. Вот такие вот новости у меня. Никаких новостей нету. От родителей нету, мужа. От заловки там что-то переписывается, звонит. Ну, у меня сейчас очередной марафон. Я купила марафон Артема по развитию, уроки развития бизнеса. Так что вот сижу. Вся там, вся погрузилась в него. Я всегда найду себе занятия. У меня очень много хобби. И мне вообще некогда скучать. Вот такие вот новости у меня. Вот такой у нас чудесный, красивый ужин. Салат из брокколи, суп из шпината. И жареная хамса, друзья мои. Приятного нам аппетита. Пашкин нагулялся. Сказал, что на берегу там йогой занимались. Не йогой, а зумбой. С моего клуба. Очень было интересно. Будем пробовать сейчас наш кексик. С чайком, турецким чайком. Дашка. А ложки забыла принести к чаю. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.